Ну что ж, всем привет снова, с вами я, с Бэйвитром. Продолжаем, короче, ехать. Да, в предыдущем видосе, в общем, не смог я, короче, его нормально закончить. Выпило, в общем. А файлы MP4 не восстанавливаются. Хотя я восстановил, но редактировать не могу его. Короче, придется в таком виде закидывать, поэтому как-то так. Adobe, короче, выбивает такие файлы почему-то. В общем, как-то так. Ладно, едем уже, подъезжаем, сейчас будем выгружать вагоны. Почему-то я до сих пор торговца алкоголем не вижу. Это как-то странно. Где-то торговец алкоголем, блин. Непонятно. Там стрелочек 300 метров, я, блин, скорости добавляю. Нормально вообще. Рабочие торможения, аварийные торможения на 100%. Как мы быстро остановимся? Зона оцепления здесь? Охренеть. Ну слушай, довольно быстро. Если еще и остановимся, то еще будет хорошо. Будет очень неплохо. Отлично вообще. Поех. Поехали менять стрелочку. Так, нам налево нужно. Нам нужно налево. Окей. Блин, что-то необычное место для отцепления вагонов. Прям писец. Прям писец. Я точно не думал, что в таком месте придется тормозить. Или так быстро. Ну, зона отцепления, конечно, странная, как бы. Как будто бы странная. Тосина в километре. Почему-то вагоны здесь нужно отцеплять. Ну ладно. Чего ж там поделать? Так, это что, топливо какое-то? А с горки не спускать, а огня опасно. Ну да, какое-то топливо. Отлично, мы поворачиваем. Где-то на такой скорости, мне кажется, нормально будет. Интересно, где эти... как они называются? Торговцы алкоголем. Где это торговец, блин? И уничтожение бутылок. Уже будет бутылки уничтожить и торговца алкоголем. Угу. Как-то так. Так, почти. Давай посмотрим, где там будет последний вагончик. Так, я заехал? Нет еще. А, все. Можно тормозить полностью.
Так, окей. Поехали отцеплять. Отцеплять вагоны. Хорошо. Слушай, мы довольно еще быстро доставили эти вагоны. Сатенчик. Сатенчик дали нам. 100 баксов. Неплохо. Больше дают, чем за задание матчей. Офигеть. Вагоны до станции Кубова готовы к отправке. Они стоят на станции Ойш на боковом пути. Блин, на боковом пути. Станция Аяш. Подожди, станция Аяш? Где-то здесь обнаружен поезд. Станция Аяш? Это же следующая получается станция. 7 километров до станции Аяш. 7 км. Ну хорошо, хоть спокойненько доедем. Железнодорожный сигнал, подожди. Сейчас мы приедем, блин. Сейчас мы приедем. Нам нужно ждать поезд. А нет, можно уже ехать, странно. Странно. Ну ладно. Нет уже. Ну нету, так нету. Значит, едем дальше. Ну да, нету ничего. Никаких поездов. Электровоз. И прочих электричек. Значит, едем спокойно на станцию Аяш. 7 километров. Ну да ладно, можно будет втопить по скорости. А, понятно, здесь почему такая, такое расположение. Здесь практически нету ни ангаров, ничего. Практически ничего нету. Пропустим моментик, моментик поездки на 7 километров. Что здесь нужно делать? Опускать, выключить электричество. Так, о, подъехали уже. Вот эти вагоны нужно сейчас будет прицепить, наверное. И, кстати, здесь торговец. Так, а следующий железнодорожный сигнал 03. Уйо. Тормозим, блин. 300 метров от нас. Блин, у нас только приемники еще. Жди, так может их уже можем включить? Наверное, да. Едет электровоз, да? Ну да, где-то он там. Еще так не видно. Давай посмотрим с этого с калашек. Так ничего там не двигается, е-мое. А вот этот, бля, очень медленно прям едет. Давай немножко подъедем. А, вообще, это капелюсечку.
Ну, там даже видно, что кто-то сидит. Так, все, можно ехать. Нам нужно вот эту, да? На правую. Окей. Нам нужно будет сейчас... Мы, короче, его подцепим и пойдем по делам. Торговец алкоголем 350 метров, да, получается. Давай затормозим. Или давай я сначала проедем. Чтобы тормозить тоже не очень идея. Лучше его проехать, встать назад. Поехали. Ну, главное, чтобы мы успели. А как будто бы да. Вроде бы так. Нормальненько, нормальненько. Едем все спокойненько. Так, скорость. Что у нас там по скорости здесь? Девяточка. Это очень много. Три. Он прям набирает. Ну, на 10% уже. Хорошо, вроде бы достаточно. Хорошо. Три восемь. Давайте смотреть поцелуй. Сближаемся. Ни хера себе, он, по-моему, больше, чем я возил вообще любые вагоны. Уек, хорошо. Отцепите вагоны на станции Кубово на боковом железнодорожном пути. Максимальное время перевоз. Окей. Окей. Торговец алкоголем где-то здесь стоит, что ли? Это какое-то задание. Я думал, там какое-то другое задание. Ну, то есть, может, на складе каком-то или что-то типа того. А здесь вообще какая-то, по-моему, херня. Так, а я ж 370 метров бар. Можем в бар сходить, кстати. Здесь есть бар.
мне нужно же повернуть, правильно? Потому что там поезд стоит. Ну, электричка, наверное. Ага. Мне ж туда нужно. Так, тормозим. Кстати, можно, знаете, как его убить? Можно сейчас открыть двери и просто сдалека ебануть его, да, и все. А, нам еще бутылки нужны, блин. Ну что ж ты вот это, блин, электричечка ты наша хорошая. Проезжай давай. А почему? Вроде ж можно его так, правильно? И не нужно останавливаться. Вы, правда, с бутылками, конечно, проблема. О, ты смотри, чел еще. Тут еще с оружием есть? Нет? Походу нету. Блин, мать, какой я хитмен. Неплохо, неплохо, хорошо. Побежали бутылки, эти разобьем. И слушай, практически непонятно, откуда его убили. Практически. И что, можно забрать их? А, не. Молоко можно забрать. А где он находится? Убийство охранника и уничтожение бочек. А где он находится? На следующей станции, что ли? Походу, да. Походу, на следующей станции где-то. Да, вот это задание они сюда отправят. Чё ты такой взволнованный? А, вот как. Так это ж магазин мафии, нет? Блин, вискарик, ёлкин, баба. Вискарика нужно попить. Так реально, это ж магазин мафии, почему они все взволнованы? Ну, как хотите, как хотите. Я вот это не заставлял вас вот это все стрелять по мне. Вы первые начали. Блин, ни хрена себе его нагребло. Ни хрена себе, да. Ну да, где-то дальше. Нужно убить этих охранников. Хрен знает, где они находятся. Ну. Ой, куда ты пьешь? Ё-моё, это слишком много. Это слишком много. Ну ладно, давайте я буду дальше ехать к заданию. К охранникам. И мы уже включимся. Как раз может пройдет алкогольное опьянение.
Потому что это жопа. Подъезжаем уже. 300 метров. Стрелочка первая. Хорошо. И там, по-моему, где-то задание, да? Или нет? В общем, подъезжаем, отцепляем вагоны. Где эти охранники с почками, блин, непонятно. Походу, вообще на следующий. Блин, она 60 метров. Раньше нужно было тормозить. Так, хорошо, хорошо. Зеленый у нас, все нормально. Сейчас едем назад там. Отцепим вагоны и дальше поедем. Блин, насколько можно было здесь придумать заданий? Непонятно. Сколько они там придумали, блин, разнообразных. Ну, трудно так, конечно, назвать разнообразных. Но, типа, заданий что-то очень прям много. Да и сколько мы проехали все же. Аккуратненько, осторожненько, потихенько и спокойненько. Так, переключаем. Готово. Так, куда ты полез? Хорошо. Хорошо. Закрой. Закрой, блин. Окей. Так, трогаемся, трогаемся, давай. Давай, хорошо. Блин, интересно просто, сколько еще заданий осталось мафии. Это ж, по идее, сюжет. Это, по идее, сюжет. Вот такой сюжет, да. Когда у нас уже финал будет? Так, хорошо, заехали. Давай теперь последний вагон ловить. Там будем тормозить. Так, все, тормозим. Что-то мы прямо разогнали, слушай. Прям реально разогнали, слушай. Ну давай, тормози, нормально же, нормально. Ну,
Все. Слушай, нифига, отлично. Просто шикарно. Прям точно в красной зоне. Нормаливочек. Утенчик еще прилетел. Хорошо. Сколько там за задание мафии дали? Я что-то не видел. Чебула на третьем пути. Ё-моё. Это далеко, походу. Это, походу, далеко. Я так думаю. Ладно. Чебула, ну а где она здесь? 11 километров, вы что, издеваетесь? Охренеть. Ёлы-палы. Ну где-то между сейчас будет, походу, вот это как раз убийство охранников и уничтожение бочек со спиртом. Вот где-то в середине, походу, и будет все это задание. Офигеть, одинский мы. И дальше. Как можно было еще растянуть, правильно, сюжет? Можно было еще больше растянуть сюжет. Это ж не выживание, ну ё-моё. Ну, то есть, выживание, но, типа, сюжетное. Типа, там же есть песочница, в которой можно бесконечно ездить, там что туда-сюда возить и так далее. А здесь прям сюжет, ну, сюжетное задание, типа. Придется остановить, доехать до задания и включимся. Так, окей, поехали. Плат алкоголя, я же говорю, где-то здесь будет. Так, сохранить. Какая там уже 16. B16, сохранить, хорошо, поехали разваливать этот склад. Подожди, сука, писец, блин, еще волчары не хватало. Так кто там? Стреляет. Кто стрелял, блин? Пацанчику как повезло первый раз. Ну давай их так поснимаем, некоторых, да? Кого мы видим. Так будет проще. Так, ну давай заходить. Сейчас где-то здесь будет, походу, чел. Аккуратненько. Так, еще нижний этаж есть. Ну хорошо. Так. Блин, промазал, конечно. Так. Окей.
It's okay. Ага, они взрываются. Сука. Чуть не погорел на этом. Кушаем яблочко. Восстанавливаем себе здоровье. Потому что иначе нельзя. Откиснем, будет хуже. Так, отлично. Вроде бы здесь больше ничего нету. ВСС. Подожди, если в бочку... Ага. Он подрывается, это хорошо. This is хорошо. Так, здесь что? Тоже... Так, минус. А сколько вообще бочек здесь? По, если бы они хотя бы количество указали. Походу еще наверху. Здесь же сколько? Два этажа, по-моему. Противогаз какой-то. Больше ничего нету. Да, место вроде бы большое, но... Блин, FPS, конечно, просаживается здесь, пиздец. Ты что так стоять? Где еще? Хорошо. Хорошо. Тихенько, спокойненько. Пробираемся дальше. Хорошо. Хорошо. Ты что так стоять, блин? Нормальный дядь? А еще где-то на крыше есть что-то. Хорошо. А на крыше вроде бы нету, да? Или здесь как-то зайти можно с крыши? Можно, не? Слушай, походу да. Даже так может зайти. Окей. Да, боты, конечно, здесь. Настреляться прям. Прям можно. Прям можно. Так, это все или нет? Еще не все. Нам нужно еще сюда зайти. И... Хрена себе он меня снес. Сука. Ну и снес, блин. Слушай, хорошо, что я молока набрал. Хоть молочком можем подкрепиться. Оздоровиться, так сказать. Так, хорошо, ладно. Ну, здесь никого. Здесь никого. И бочек тоже нету. Значит, нужно еще на первый этаж. Значит, на первый. Так, здесь закрыто, ага. Так, и первый этаж еще нужно зачистить.
Лишь здесь не прям везде был. Вот на этом этаже еще нет. Поэтому буду все же нужен на этом этаже еще. Тоже ничего нету. Странно. Может быть, и еще где-то одна бочка стала. Вот где-то здесь, походу. Чего? Да блин, вы меньше платите за... Твоя эффективность вне конкуренции. Да иди ты нахер. Обратился ко мне с просьбой провести операцию. У него серьезные проблемы с Николаем. По нашим сведениям, он известный браконьер и держит оленей в своем загоне. Убей его и сломай забор. Так ты сможешь выпустить оленей на свободу. Ферма Николая находится за железнодорожной станцией Чебула. Да ну и хрень, $80 заплатили за такое задание. Ладно, давайте на этом, пожалуй, закончим. Уже на следующей. На следующей части уже выполним этот загон, блин. Такие задания, конечно, смешные какие-то. $80 за такое задание, за перевозку больше платят, чем за эти задания. Ну смешно же, смешно. Ладно, на этом все. Всем пока-пока.